С 9 по 27 декабря участвуй в конкурсах и получай магнитики с логотипом «Пульс Радио». У кого в финале окажется наибольшее число магнитов, тому достанется холодильник. Приз за второе место – блендер, за третье – тостер. Подробности в эфире «Пульс Радио». Умеренно тепло. Так можно охарактеризовать погоду, которая установится в регионе в предпоследний уикенд 2013 года. Если сегодня днем синоптики обещают до минус 10, то в выходные температура воздуха будет в районе комфортных минус 5 градусов. При этом будет дуть юго-западный ветер, будет облачно с прояснениями, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Ночью воздух будет остывать до минус 10 градусов. Такая погода максимально комфортна для прогулок как в городе, так и в пригороде, например, на лыжах. В субботу, кстати, официально стартуют предпраздничные гуляния, сообщили в мэрии Йошкар-Олы. Горожан ждут на центральной елке, установленной на площади Ленина. Эти выходные – самое время, пока еще без спешки, начать готовиться к празднованию Нового года. Так, в субботу в городе начнется торговля елочками на 14 специально отведенных для этого площадках. Гигантским выручкам готовы и супермаркеты Йошкар-Олы, где в это время года традиционный ажиотаж. Кстати, продукты с длительным сроком хранения лучше закупить заранее. Дело в том, что в следующую субботу, 28 декабря, передвигаться по городу практически целый день будет проблематично. Из-за проведения эстафеты Олимпийского огня движение всех видов транспорта, включая и общественный, будет закрыто не только в центре города, но и в Самбатхее. Впрочем, делать покупки без спешки и толчи можно и по ночам. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Лиц ФМ 105.5. Оранжевая зима. В эфире Блиц ФМ с 16 декабря.